Здание, в котором мы располагаемся, было построено в 1902-1903 годах. Кружок «Юный краевед» с первых дней сентября возобновил свою работу. Ученики среднего звена школы номер 1 посещают кружок краеведческого музея уже с 2014 года. В этом году здесь 10 воспитанников. Те, кто имеет хорошую подготовку, уже показали свою работу на больших городских мероприятиях. Я уже 3 года, получается 9 лет. Я участвовала во многих мероприятиях. Мы здесь занимаемся, получается, но с этого года мы начали заниматься экскурсоводством. Я уже участвовала в Авелье Шлере, также там рассказывала экскурсии. Цель проекта «Юный краевед» – изучение истории района на основе краеведческого материала, воспитание нового поколения гидов-экскурсоводов. На первоначальном этапе ребята изучают музейные композиции, далее они будут привлекаться на автобусные маршруты и музейные выездные мероприятия. 27 сентября у ребят прошло боевое крещение, они рассказали обзорную экскурсию ученикам 3 класса школы номер 1. Первая подготовка идет, экскурсия по залам. Каждый из 10 ребят, которые посещают наш кружок, каждому выделен отдельный зал, который они изучают, рассказывают с большим интересом. 8 музейных залов, сотни музейных экспонатов. Все это богатство юные гиды должны знать на пятерку. И не только нужно еще и уметь подать материал так, чтобы слушатель смог сполна ощутить себя участником исторических событий. На войну уходили не только мужчины, но и их жены. Они на войне работали поварами, заряжали оружие и направляли эти же оружия на фашистов. Особенностью данного кружка является изучение истории Заинска, не только предметного ряда, но и событий, происходивших на нашей земле. Особенным является зал памяти, ведь здесь события в этом зале были совсем недавно, и они коснулись практически каждой советской семьи. Интересно, что ребята с огромным удовольствием узнают новые факты об истории родного края, уже практикуются в работе и среди огромного количества школьных уроков находят время для занятий интересным делом.